Чудо!
Смотри, какой пляж. Всем доброе утро, всем привет. Сегодня 14 Покров, 14 октября. Всем приветики, котлетики. Да. Мы выбрались на речку. Такое тут место. Можно до воды спуститься. И не так ветер дует, если он будет. Да, я бы хотела туда спускаться, но я боюсь, что я упаду. Бля. Я там потом, когда мы были в комнате, где ты там картошку заваривал. Я ушла далеко-далеко до тебя, пошла по дорожке, ходила к крепости и чуть не упала в реку вот эту. Там было похоже, где я упала. Вон там вот, видишь, там деревья стоят, вот там. Там вот здесь вот, я там и упала. Да это мы были не тут, в другом месте. Мы были в другом месте. Пойдем, маленько порядок наведем. Приберемся тут. Так-то в целом не сильно мусорно, но все-таки. Что, например? Что, например? Ну ты же дыню взял? Нет, дыню я не брал. Маленький столик тут. А стулья? А? А стулья? Ну что, стулья? Ну я думаю, что... За столиком можно и постоять, ничего страшного. Ну я думаю. Речка. Когда ты стукаешь, я сразу моргаю. Из Валежникова соберем. Ну, думаю, что соберем. Я могу поставить камеру? Нет, малыш, не надо. Включишься потом. Пип.
пип, 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 пип. Больше сделал стол, а я маленькая. Чё? Хочу снимать. Не надо. Вон, хочешь маленькую, возьми, снимай. Зачем эту брать? Она стоит. Ладно, буду снимать сейчас. Бля, я сейчас буду снимать. Так, что там у нас? Сильный ветер. Нажимай.
Ну раз ты снимать будешь. Так можно? А пуля готовит картошечку в лесу. А я сижу, смотрю, что он делает. А я сижу. А я стою. Сижу. Бля. Но я не умею к нему. Надо быстренько покушать. Картошечку мы помыли дома. Чё снимаешь-то? Стол? Нет. Я смотрю, что там происходит. Иди посмотри, что там происходит. А, это просто вода плывет. Волнами. Лёха, куда мы поедем? Рыбу ловить. Рыбу? Да. Тебе не жалко рыбу? Когда ты ее поймаешь, что ты с ней делать будешь? Будем ее есть. Ну тогда как-нибудь поедем. Да. Я уже знаю. Рыбы, русалки, ну, друзья. Да. Да. А чё? Реально. Рыбы, русалки, ну, друзья. Их нельзя не слушать. Здесь уровень. Малыш. Малыш. Хочешь, не бери. Зачем тебе? Снимать надо, снимать, а не просто стоять и болтать. Себя ведешь, малыш. Это больше я с тобой не возьму.
Почти чайничек почти вскипел. С чайковского заварим. Будем картофан. И будем жарить картофан. А чё? Может, они круговые. Так, сейчас подкачаем еще. Но круговых таких не бывает. Бывают круговые. Еще какие бывают? Всякие круговые. Вау! Ладно. Смотри. Как раз остынет. Так. И стена. Кроем тушеночку. Блядь, и стена. Ай, будем жарить тушеночку. С картошечкой. Так, я думаю, нам, наверное, двух хватит. Я могу только прыгнуть. И я вышла. Почищена. Бля, надо через стену прыгать. Домой. Что? Заберем домой. Кого? Картошку. Съесть картошку. Она сырая, малыш. Картоха сырая. Можно я съем? Нет. Да. Бля, а где мы будем есть? Прям здесь. И будем. Нет, я хочу на чем-то сидеть высоком. На чем ты будешь сидеть высоко? Нету здесь больше валежника, деревья пилить я не хочу. Ну ладно. Так что пешком постоим, да? Да. Прибавим немножко. Да, у меня ноги устали. Достань. Ой, вижу, как варится картофель.
Теоретически, да. А такое дерево существует? Нет. А оно где? В местах силы. Здесь оно? Места силы есть по всему миру. Во всех уголках. Надо просто про них знать. А, нет. Стоп. Рядом чуть-чуть далеко, где мы припарковали квадрик. Там вот место силы, как правило, каждого человека всегда свое, там, где он родился. Ну, потом есть определенные места. Где оно может родиться? Где это место силы создано по определенным на то причинам. Расскажем, что теперь. Приветики, как лечь? Сюда иди, приветики. Ты там со штативом Большой что?
расскажите. Подушки. Картошечку у нас. Давай покушаем быстренько. Приготовилась. Ой, как показать-то. В общем, такая красота. Сейчас будем кушать. Уля, мы будем уже догонять игры. Да будет! Еще раз. Отворачивай все. Ты чё ещё раз? Только без камеры. А как? Все, ладно. Все, мы собрались. К нам тут друг пришел какой-то местный. Чувачело. Котик, вот ты где? Так. Столик. Может быть, еще до следующего раза. Дотерпит до нашего, да? Ну, а мы погнали до дома. Всем пока. Всем отличного настроения. Все, домой погнали. Поехали быстрее, пока не сдавило. Мы на нем.